Привет, дорогие друзья, с вами Димоникс, мы на точке старта, сейчас начинаем наш слот, у нас сегодня слот с 6.30 до 11.30, слот будет длиться 5 часов, и посмотрим, сколько можно заработать курьер за 5 часов работы. Ну что ж, нам уже прилетел заказ, сейчас идем в Макдональдс, я вам покажу, как это происходит. Заходим в Макдональдс, надеваем маски, сейчас требования такие. Давай! Здесь место для водочек курьеров. Ожидаем здесь. Нам принесут. Здесь место для антисептики. Снимаем сумку. Оставляем здесь, на тележках. Так они выглядят. И ждем, пока нам соберут доставку. Можно использовать гель. Это для сумок в основном протирать. Ну что, ждем. Так, вот нам принесли заказ. Это горячее. Обратно складываю. Это холодное. Тоже аккуратно складываем, чтобы не пролилось и т.д. Все, закрываем сумку. Все, забрали вот заказ. Выходим с Макдональдса. Нужно посмотреть адрес, куда идти. Ну что, сейчас посмотрим. Второй заказ, идем обратно в Мак, посмотрим. В принципе, неплохо, не прошло и час, уже второй заказ. Ну что, встретимся в Маке. Ну что, мы снова в Макдональдсе, и что, и снова здравствуйте. Ну все, ждем заказ. Не знаю, через сколько принесут, через минут 5-10 обычно. Бывает и 15-20, конечно. Вроде пока народу не так много. Ну пока ждем. Принесли быстро один такой большой пакет. Сейчас аккуратно поставим. Все, упаковали, закрываем. Ну все, идем на заказ. На улице уже темно. Отдали второй заказ на проспекте Ленина. За два заказа мы заработали 308 рублей. Это за час с небольшим. И потратили на один проезд 21 рубль. Ну, примерно 280 рублей пока заработали. За час 20 лет. Так, все, идем к Маку за третьим заказом. Нам пришел третий заказ. Прошло 2 часа с начала смены. Так, все, сейчас будем подходить к Маку, забирать заказ и продолжим дальше. Что, что забрали третий заказ? Несем на улицу Киверская, это сторона Мадагаскара. В принципе, не так далеко, 16 минут пешком. Пойдем пешком прогуляемся. Ну все, отдали заказ, теперь будем потихоньку возвращаться назад. Примерно прошло минут 20, уже практически 3 часа на смене. За 3 часа было 3 заказа. За этот заказ еще 150 рублей дали. Так что в итоге мы пока заработали в плюсе 430 рублей где-то. Ну что, надеюсь, еще будет пару заказов. Ну что, до связи. Ну все, мы дома, слот уже закрылся. Так что заказов больше не было. К сожалению, всего за 5 часов 3 заказа. И мы заработали чистыми 437 рублей. Ну, за 5 часов, в принципе, неплохо. Ну, могло быть, конечно же, лучше. Ну что ж, буду в следующий раз снимать побольше часов. Так что, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч!